Сейчас, я пришла. Заходи. О, привет. Да, смешно, правда? А, да, заходи. Лежи. Знаешь, что я тебе хотела сказать? Ладно, что ты хотела сказать? Сегодня мы поедем в Нью-Йорк. Как это? Лас-Вегас. Лас-Вегас. В Америку, короче. Ого! Мы не полетим, мы поедем. Ехать нам придется, кажется, из Канады надо ехать в Ниагара-Фоллс. Ниагара-Фоллс? Весело. Можно мы перед тем, что поедем в Америку, посмотрим, что в Ниагаре? Там весело. Мы останемся в Ниагаре только 2 дня, а в Америке 8. А по правде будем отдыхать только 10 дней. И чтобы тебе лучше всего собирать чемоданы. Быстро собирать чемоданы! 10 минут спустя. А, я принесла чемодан, мой любимый чемодан, да. Какой огроменный, но у нас же только 10 дней. Знаешь, там все любимые вещи мои. О, понятно, быстро выходим на улицу, приглашу твоих друзей. У нас хватает еще пару мест. О, понятно. А, пригласи уже. А тебе не важно то, что я взяла не подруг, а родителей? О, доча, мы поедем. В Америку? Да, в Америку, в Америку. И не замечай, кто это. Это моя младшая сестра. В Америку, в Америку. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Джерси нас ждет. Да, Нью-Джерси. Я думаю, что уже давно пора выходить. Да, выходим. Быстро все выходим. Садитесь. Джакузи лезть легче. Я думала, что все даже садиться. Садись! Сейчас я поставлю чемодан, а ты садись. Одену я очки, одену я все. Тогда я сажусь, тем бы не весело. Мы будем ехать целых 2 часа. Ого! Да-да-да, пора ехать. Я не об этом. Я лак должна была поставить. Едем.